Я сейчас скажу одну очень важную, на мой взгляд, вещь, которую, как мне кажется, не понимает большинство мужчин. Все ваши проблемы в отношениях с женщинами начинаются в тот момент, когда вы начинаете их одушевлять. Мужчина совершает очень большую ошибку, если думает, что женщина способна испытывать те же самые чувства и эмоции, которые испытывает он. На самом деле женщина – это очень рациональное и практичное существо, которое озабочено всего тремя вещами. Это собственным самосохранением, питанием и размножением. Все ваши рассуждения о морали и порядочности для нее непонятны, потому что в ее картине мира они не имеют никакого смысла. Бабе нужно просто решить свои задачи, и не важно каким образом, потому что для нее цель всегда оправдывает средства. Если для того, чтобы получить от мужчины то, что ей нужно, придется этого мужчину обманывать и предавать, она это сделает легко. И никаких угрызений совести или моральных терзаний по этому поводу она испытывать не будет. Потому что женщина абсолютно уверена в том, что она сама и ее интересы представляют наивысшую ценность. А мужчины – это всего лишь средство для достижения этих интересов. Практически расходники. Женщина не видит в мужчине человека такого же, как она сама. Поэтому я думаю, что для собственного блага мужчине стоит это наконец понять. И на такое отношение со стороны женщины к себе отвечать взаимностью.